Ягодный пирог «Шарлотта-земляничка». Ростом пусть невеликий, но всегда друг за дружку. Эти ягодки – самые веселые подружки. И когда случится беда, придут на помощь везде и всегда. Звездный свет, яркий свет. Я не знаю. Думаю, для торжественного открытия нужно что-то особенное. Не знаю, нечто роскошное. Я знаю, можно устроить танцы. А если жонглировать? Я же говорю, нужно что-то, что все любят. Настоящая звезда? Если нужна звезда, зовите Черри Джим. Нет, нет, на свете невозможного. Нет, нет, на свете невозможного. Рано утром будильник мой звонит. Воу-воу. Новый день, верю, счастье мне сулит. О-о-о-о. Новый день даст новые возможности. О-о-о-о. И скажу вам, что верю я. Я верю в то, не что в мире невозможного. Добиться я всего смогу. И я любую высоту возьму. Я должна сказать, нет, в мире невозможного. Все преграды обойду и все мечты в реальность превращу. Давайте скажем все. Нет, нет, на свете невозможного. Нет, нет, на свете невозможного. Нет, нет, на свете невозможного. Смотрю вперед, назад дороги нет. Воу-воу. С пути я не сойду, я вижу свет. Знаю я, мне все по плечу. Воу-воу. Ставлю цели и к ним лечу. Я верю в то, что нет в мире невозможного. Добиться я всего смогу. И я любую высоту возьму. Я должна сказать, нет в мире невозможного. Я все преграды обойду и все мечты. Нет, нет, на свете невозможного. Нет, нет, на свете невозможного. Нет, нет, на свете невозможного. Она моя любимая певица. И не только твоя. Самая большая супер-пупер-звезда ягодного мира. Эй, может, напишем ей? Напишем ей? Попросим спеть на празднике? О, ты что, я пошутила. Да, с чего звезде мирового уровня выступать здесь у нас? Я не знаю, но за спрос не бьют. И будем благодарны за ответ. Подпись. Ваша преданная фанатка. Самая наипреданная. Самая наипреданная фанатка. Черничка Кексик. Ну? Звучит хорошо. Тогда отправляю. Поверить не могу, я написала Черри Джим. Если она прочитает, суперзвезда мирового уровня приедет в ягодный городок, чтобы спеть для нас? А я так не думаю. Да, я согласна с ней. Ей миллионы людей пишут. Вряд ли она ответит нам. Девочки, вы не поверите! Друзья дарят счастье и свет. Друзья дадут лучший совет. Поймешь, что друга ты нашел на всю жизнь. Если в вашей дружбе места нет лжи,
Если в вашей дружбе места нет лжи. Если в вашей дружбе места нет лжи. Нет, это все не подходит. Когда музыка звучит от души. Именно. Прости, я тут шла мимо, и слова словно сами сложились. Именно то, что нужно. Спасибо за помощь. Ты не против, если я возьму их в свою песню? Что ты? Я земляничка. Рада встрече. Это булочка и пирожок. О, милашки. А твое имя? Я Рютик. Приятно познакомиться. А ты чувствуешь запах черешни? О, да. Нет, ничего такого. Только земляника. А ты спросила? Да. Я спросила, ты здесь одна? Ага, просто остановилась. Я всегда хотела устроить пикник. Ты раньше не была на пикнике? Нет. Что ж, не буду мешать. Хорошего дня тебе, Лютик. Хорошего дня тебе. Спасибо за рифму. Да, пойдемте. Нас ждет урожай. Все, как я себе представляла. Мы, члены фан-клуба Черри Джем, очень рады приветствовать вас и группу поддержки. Поддержки? Конечно, люди, которые везде следуют за вами, чтобы помогать. Ну, я подумала, будет лучше отдохнуть и приехать одной. У меня нет группы поддержки. Теперь есть! Землянички? Мы хотим сохранить секрет. Спрячем автобус здесь. Прямо сюда! Дорогу, Черри Джем! Суперзвезда в ягодном городе! Простите, мисс Джем. О, нет, прошу, просто Черри. Вы слышали? Сама Черри Джем сказала звать ее по имени. Вы просто представьте, что я одна из вас. Простите, но у вас спальный мешок? А мы думали, что вы спите в роскошном автобусе, когда гастролируете. Не сейчас. Я бы хотела, но знаете, спать под открытым небом. То есть прямо на земле? Именно, как турист. О, мы знаем отличное место для вас. Да, точно. Подождите нас вот здесь, и мы сами все подготовим. Да, девочки? О, вам понравится. Что вы это задумали? Ей же нельзя спать на улице. Она привыкла к супер-роскоши. 6 звезд. Если она проведет ночь на улице, то больше к нам не приедет. Так, нужно действовать. Честно, там все очень просто. Не то, правда, к чему вы привыкли. Надеемся, там вполне уютно. Для звезды. Звезды супермасштаба. То есть такой, как вы. Ну, что скажете? О, здесь весьма просторно, правда же? Хотите зайти внутрь? Конечно. Мы взяли картинки из статьи «Спальня звезды» в журнале «Ягодный гламур». И воссоздали все, что есть у вас дома, как можно точнее. Ну, не на 100%, но мы старались. Спасибо. Так мило с вашей стороны. Это палатка для туристки звезды. Так сказали бы мой менеджер и агенты, и группа поддержки. Группа поддержки! Что ж, спокойной ночи.
Да, все как я мечтала. Мисс Джем? Черри. Черри? Мы принесли вам перекусить. Черри? Где же она? О, нет, там! Значит, ей не понравилось. Что? Ей так не понравилось? Поэтому она легла на улице? У нас был шанс, но больше нет. О, эй! Вы поможете мне? А что происходит? Мы бы хотели представить тебе почетную гостью церемонии открытия. Гостью? А? Сюрприз! Встречаем! Черри Джем! Ты Черри Джем? Но ведь ты... Вот почему пахло черешней, когда мы встретились. Мои девочки! О, спасибо! Мы старались! Вот так! Ты же не хочешь, чтобы она подумала, что мы скучные провинциалки? Что ж, обдумайте план праздника! А у нас важные дела! Ого! Что ж, вот, прошу, садитесь, Лютик. А мисс Джем? О, нет, лучше просто Черри. Прости, земляничка, я не хотела испортить сюрприз. Я поняла. Возможно, я бы и сама не поверила. Ты выглядишь в жизни иначе. На сцене я одеваюсь так, как хотят мои фанаты. Ну, я твоя фанатка. О! Но я думаю, люди должны носить то, что любят. Мне нравится, какая ты сейчас. Я очень рада. Ты прости, но я должна это снять. Мне объяснять не нужно. Но это секрет. Не выдам никому. Спасибо. Вкуснее бутерброда я никогда не ела. Спасибо, но думаю, что они вкуснее в ягодной столице. Нет, и главное, тут я могу поесть без риска быть сфотографированной. Ай, здесь так спокойно. Так, хочешь посмотреть, где будет выступление? Вообще-то, девочки обещали показать мне место, где я могла бы сделать то, что давно хотела. То, что в городе невозможно. Там невозможно уединиться. И что же? Погулять наедине и нарвать букет. О, да! Ты же любишь большие розы. Я читала об этом в журнале «Ягодный гламур». Это все выдумки журналистов. На самом деле, я люблю лютики. Ясно. Ей понравилось? Нет. И с розами мы не угодили. Они ей так не понравились, что она пошла собирать полевые цветы. У нас был еще шанс, и больше нет. Это чтобы найти дорогу домой. Если ей здесь не понравится, она больше не приедет. Эй, помните статью в «Ягодном гламуре», где сказано, что она обожает взрывные пироги? Давайте испечем такой, что поразит ее. Ты молодец. Такое она точно не забудет. Вперед! Пойдемте все в кафе, займемся пирогом. О, и лютики ей тоже не понравились. Все на земле. Ничем ей не угодишь. Пойдем, апельсинка. Да, отлично. Работает наверняка. Скорее. Это именно то, что мне нужно. Откуда я пришла? Ау! Прошу, кто-нибудь! Ау! Ау! Спасибо.
Спасибо, пирожок, ты меня спас. О, ничего, я голос сорвала, когда звала на помощь. Чай со взрывным пирогом? О нет, они поймут, что я сорвала голос. Все очень расстроятся, если я не спою на празднике. Мы ей так не нравимся, что она даже не пришла пить чай со взрывным пирогом. Еще чай, кто хочет? Если я еще чаю выпью, то я просто лопну. Может, приглашение не дошло? Может, она прихорашивается? Посмотрим правде в глаза. Она знает, что у нас все по-простому, поэтому она и не пришла. Что ж, давайте. Мы же не станем выбрасывать взрывной пирог. Три, два, один! Слишком много взрывных ягод. О, снова права. Ну, та чили джем, которую вы описали, не похожа на девочку, что я знаю. Мы просто хотели с ней дружить, чтобы ей понравилось. Но... думаю, мы ей не интересны. Я, кажется, оставила полотенце где-то на рынке. Схожу за ними. А? Не беспокоить. Суперзвезде нужен сон. А? Черри, это я, земляничка. Можем поговорить? Так, я собрала вас всех здесь, чтобы помочь Черри Джем. Помочь? Мы ей? А в чем же? Что случилось? Она вчера сорвала голос. О, как ужасно! Сегодня уже лучше, но она не может петь громко. Поэтому я буду петь вместе с ней. И она просит вас выйти на сцену в качестве бэк-вокала. Правда? Мы все будем петь Черри Джем? Ага. И у нее еще есть просьба, очень важная. Я прошу за нее, она бережет голос. Конечно! Ты только скажи, Черри Джем! Ну, она очень хочет быть вашим другом. Она просит, чтобы вы видели в ней друга, не суперзвезду. О! Нет, мы не были ей друзьями. Скорее, как фанаты. Да. Кто хочет покрасить подиум? Чур я! Пойдемте, где краска? Где кисточки? Ой, наконец-то сейчас начнется, да. Ой, это такое будет представление. Приветствую всех на открытии фермерского рынка. У нас ничего бы не получилось без вашей помощи. А теперь разрешите вам всем представить Черри Джем и друзья. Загадываю я желание звезде в надежде, что она поможет мне. Хочу, чтоб мир меня принял такой, как есть. Не прятаться, расправить крылья и лететь, светить, гореть, как светлячки. Увидит друг, что у меня внутри. Друзья дарят счастье и свет, друзья дадут лучший совет. Поймешь, что друга ты нашел. Музыка звучит от души, звучит от души. Какое счастье просто быть самой собой, когда друзья и гитара с тобой. Играть и петь, звучать в гармонии. Друзья дарят счастье и свет. Лучший совет. Поймешь, что друга ты нашел.
звучит от души. Она звучит от души. Звучит от души. Она звучит от души. Переведено и озвучено компанией SDI Media для телеканала TG в 2015 году.